Истица просит суд расторгнуть брак на том основании, что ответчик любит другую женщину. Мой отец по профессии инженер-строитель уехал работать в Африку. Я, между тем, закончил школу. Разрешите вам представить наш новый курьер Иван Мирошников. Здрасте. И, что называется, вступил в большую жизнь. Вам кого? Вас. Меня? Да, я учился с вами в первом классе. Я с тех пор люблю вас. Здравствуй, старина, у нас здесь жара адская. Недавно побывал в саванне и видел, как охотится настоящий масаи. И их вождь подарил мне свое копье. Иван, ты ко мне больше не приходи. Слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну, о чем ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. На, носи и мечтай о чем-нибудь великом.